буквально я проскочила. Рада видеть вас на моем канале Тилькаплей. Я Наташа. Сегодня я буду убегать от вот этой вот прекрасной, умопомрачительной женщины, которая болтает по телефону. Я даже не знаю, кто это. Нянечка, бабечка, дедушка, секретарша, учительница по математике. Вот, но надо посмотреть, что это вообще такое будет. И вот у нее, смотри, какие губища. Губища накачала, щечки вкачала, попку усосала. Короче, что-то типа Барри. Вот, будем играть на трудном уровне сложности, потому что это наше все. Ой, а я еще от первого лица играю, конечно. Значит, что, надо нажать кнопку. Ой. Она меня не видит? Ты что, дура? Ой. А я у нее на голове, смотри, какая. А тебе вообще пофиг, что у тебя ребенок сбежал? Ой, смотри, это я. Я пятерку получила за домик. Я телефон заберу. Я забрала телефончик. Телефончик для меня. Здесь а нету нифига. Я не лучший, кстати, игрок. Мне нравится ее ударять. Какой кринж. Какой кринж. Я вечно нажимаю не то. Ладно, нам нужно убежать отсюда. Я поставила сложный уровень. Да выбивай ты. Хорош. Так, пацаны, девчоночки. Как дела, малышончики? Хопа, хопа, королева здесь. Хопа. А как дальше? Дальше вниз? Дальше есть только один путь. Прыгнуть вниз. И раз, два, три, четыре, пять. Ха, ха, видал, профессионалка в действии. Я хочу собрать все телефоны. И раз, следующий. Эка, давай, выезжай. Опа. А-а-а, не падай. Тише, не надо. Держись. Держись. Это как? Подожди, как это? А я зачем поехала? Куда не туда? И раз, и два. Побежали, побежали. Мы бежали, мы бежали. Наши пальчики устали. Мы немножко отдохнем. Ой. Сейчас она, наверное, меня заметит. Не надо. Ой, она еще и пердит, как всегда. Как всегда в этих играх все пердят. Я нажала кнопку. Я не нажала кнопку, она меня жмыхнула. Она меня жмыхнула. Это нечестно. Девочка мне помешала. Пердящая женщина. Дай открой, не перди. Я успела. А, я на меня ударила. Да что ж ты будешь? И что, дверь закрывается? Я ж тогда не пройду, если дверь закрывается. И что делать? Да как? Как я это сделаю-то? На таком уровне-то сложности? Как я это сделаю? Алло! Так у нее там видал какое пердяжное ускорение? Беги, 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 не оборачивайся, не оборачивайся. Давай, давай. Я смакала. Что это такое? Это надо поставить здесь башенку. Это типа текст моих интеллектуальных способностей. Аку. Это вот из этой категории, да? А это что такое? Не, блоки я не буду спрашивать. Я молодец. Привет, девайхи. Вы что тупите-то? Надо же взять блоки. Вы чего? Ясно, я понял. У них все очень сложно. Слишком сложно, невозможно. Я три телефона, кстати, уже нашла. Я молодец. Я у мамы умничка. И... Эть! Залезла. Залезла. Бабка мне ничего не сделала. И раз, как какашка свалилась. Где я вообще? Я не поняла, я где. А, вот она я. Привет, малые. Как дела? Выбиваю ногой. Тут кто-то кубик уже поставил для меня. Тут по вот этой узенькой балочке. Хопа. Ой, а тут как быть? Просто перепрыгнуть? Ой, страшно. Страшно? Подождите, я вижу телефон. Телефон, телефон. А вон туда, как попасть? Там тоже, смотри, телефон. Надо под лестницу как-то залезть. Оп, оп, оп. А дальше куда? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Что-то какая-то такая, это, конечно, фигня. Эть, аккуратно. Оп. Оп. Ха. Хорошо. Ха. Нормалды. Подожди, стоп. А как туда попасть-то? Я хочу попасть туда. Значит, надо открыть дверь и успеть дойти до конца. Ё-моё, вот это лабиринты. Вот это лабиринты.
Капец, какими-то молниями зевсовскими. Хорош. Я открыла себе дверь, надеюсь, она не на время. Потому что если оно на время, то это беда. Это беда. Не надо, женщина. Там еще надо сейчас телефончик забрать. Главное не откиснуть. И оп, хорошо. И оп. Оп, хорошо. Вот здесь вот под лестницей лежит телефончик. Алло, алло. Я 5 из 10 собрала. Может быть, это будет первая игра, в которой я все соберу. Опачки, это что, это ее любовничек? Смотри, это реально ее любовничек. Хера себе! Тихо, 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 спокойно, мужчина! Ой-ой-ой! Фига, Бен уборщик, ё-моё, ты видал? Нормально он скачет. Тихо, хернеть, дурак. Он пердит, ты понимаешь, он пердит. Он пердит и умирает от пердежа. Какой кошмар. И это вот ее избранник? Мужчина, который любит попердеть? Серьезно? У этой женщины весьма специфичные вкусы. Хотя, если она тоже пердит, то как бы у них такой тандем пердежа. Поставить правильные буквы на пин-доску. Б. Это вот сюда, что ли? Вон туда. Я-то думал, ну, Б. Но это вообще, это как, что, реально кто-то с таким не справляется заданием? А, это, наверное, буква А. Наверное, сложно тем, кто вообще букв не знает, но мы-то буквы знаем. Поэтому мы просто это вот. О, телефончик. Телефончик для меня. Ня-ня-ня-ня-ня. Я так понимаю, что нам вот сюда запрыгнуть надо. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот, и вот так вот, и вот так вот по узенькой вот этой вот штучечке идем с тобой. Мы уже всех опередили, всех это самое тут это вот, это как бы да. И раз, хорошо, отличненько. Ну чего, как там у вас пирожки дела? Шо, опять она? Так, сразу надо посмотреть, ага. Я успела что-то нажать? Бежим, бежим, бежим. Прыгай. Она была прям слишком рядом, посмотри. Ля, я не буду к ней подходить, ну ее нафиг. Но она прям бежит за мной. Не, уходи отсюда, я не хочу. Нет, спасибо. А, тут еще, видишь, надо не свалиться. Вот он в чем прикол. Типа, если ты свалишься, то она тебя снова поймает. Это вообще, это нечестно. Это так нечестно. Реально можно расстроиться ребенку. Ладно, я там, я угораю. О, смотри, давайте сейчас девочку подтолкнем. Что она тут стоит? Давай, с ноги ее. Давай. А, нормально пенделя ей дала. А что она тут стоит? Что, испугалась? Сыкулька. А я не боюсь. А я не боюсь. Мне не страшно. Оп, оп, оп. Это же башня ада только такая. Для лохов. Оп. Сейчас она сдохла. Такая, для лохов башня ада всего лишь. Это что, это я сейчас взлечу, да? Ой, ой-ой-ой. Ой. Вот сейчас уже неприятно. А, телефон. Мне нужен телефон. Телефон. Катя, возьми телефон, это он звонит. Да, мы взяли. Так, на трубу можно наступать, то на красное? Что, куда? Заведова! А там нет ничего, там какая-то платформа. Фонарики, телефончики. Все отжимаем. Да стопочки, стопочки. Куда идти-то дальше? Подожди, вот сюда. Ну, а что-то меняет самое... Открывайте врата, это я к тебе пришла. 3 телефона осталось. Совсем ничего. Если я их смогу найти, это будет кайф. Кайф, 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 кайф. Используйте металлические доски, чтобы пройти. Еще один телефон. А я знаю, как с металлическими досками работать. Вот так их кладешь. Но тут хотя бы нету лазеров. А, ой. Упала. Немножечко упара. Это херово, что я, да, просрала одну доску.
Да ёб твою мать, в смысле? Я хотела схитрожопить, а схитрожопить не получилось, да? Блин, реально не получилось схитрожопить. Я сейчас думала, схитрожоплю и пройду. А видишь как? Не схитрожопишь. Чтоб туда-сюда не ходить. Это как? Ой-ой-ой. 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 Очень, не очень. А я пройду здесь? Не, да в смысле? В смысле? Ладно, буква Ю, побую, пойдем. Так, что тут у нас? О, моя любимая. Ой-ой-ой! 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 Вот это нормально я проскочила. А, подожди, стоять. А там же могла быть вот здесь. Нет, все. Я проверила на всякий случай, вдруг там телефончик. Наверх дальше, хорошо. Обглядываем на всякий случай, чтобы телефон не... О, вот это я помню. Так, сюда. И вот сюда. Си! Я долетела. Опять мы в школу в какую-то пришли. Значит, это все-таки какая-то нянька или учительница. Молочко. Что за молочко? О, у меня теперь есть молочко. Ну, давайте, пососу молочко. Из сосочки. Ой! Фига, твою мать. Вот это я. О-о-о! Вот это молочко. А можно в жизни такое молочко? Давай, стоять. Оп. Что делать? Вот это молочко. А я телефончик забрала, видал? 9 из 10, между прочим. Давай, выхлебывай. Молочко. Ой, тихо. Что-то с первого раза молочко мое не сработало. Не знаю почему. Я так топаю смешно. Опять отрыжка гигантская, спасибо. Я позеленев. Здрасте. Я выхожу во школьный дворик, смотри. Здрасте. Что тут у вас? 10 телефонов. А чё, у меня нет одного телефона? Да подожди, 100%. Ой, ёб твою налево. Нахера себе, ты что делаешь? Нахера ты, дура? Ой, нет, не надо. Не, ну она туповата, конечно, но это что-то капец. Нахера она? Нормально она так. Ой. Вот это вот надо прыгать. Ладно, она нулевый чел, если ее кайтить. Не надо. А сколько у меня жизни? Блин, а где же я один телефон твой пропустила? Я могла узнать здесь тайну, а я ее не узнала. Роба Бетти, блин. Бетти, не надо. Бетти, окстись. Не, ну она тупее, чем Барри. Определенно. Ты тупая. Ты тупая. 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 Давайте что-нибудь где-нибудь откроется. Вот эта вот, например, дверь, мне кажется, если она откроется. Блин, а где же я могла пропустить один телефон? Блин, я хочу один телефон последний. Где он может быть? Блин, ну капец. Это нечестно. Это очень нечестно. У меня 9 из 10. Я могла узнать какой-то секретик вот здесь. А я его не узнаю, потому что не нашла сраный телефон. Может быть, он вот тут вот за... Пойдем посмотрим, что там за секретик. Я нашла последний телефон. Ну-ка. Здравствуйте. Ой. Ты не будешь драться? Бетти. You will be punished. Ой-ой-ой. Это я ее должна победить? Типа, это дополнительное с ней сражение? Женщина, не надо. Иди к своему уборщику блюющему, срущему. У вас такой идеальный тандем. Почему от нее какие-то отходят, как будто бы она в щитах? Как будто, я не знаю, я феечку Винг стреляю. Максимально мерзкая тетка, конечно. Наверное, она какая-нибудь нянечка в детском саду. Ой. И что, я ее победил. Босс, а как мне отсюда выйти? Все?
То есть я ее телефоном, короче, задоминировала, и все, мне типа базука-телефонюка. Интересно. Но зато я получила все достижения, что тоже приятно. Поехали, видимо, мы теперь отсюда с вами уезжаем, жить в Лондон. На этом наши полномочия. Все, смотри, какой монстр-трак. А можно я буду им управлять? А ничего то, что у вас ребенок, который пьет бутылочку из соски, уже ездит на машине? А, это еще не конец. А, это... Я лучший игрок! Я лучший игрок, смотри, это я! Это я! О, какая я профессионалка, это я, смотри, ля-ля, какая деловая колбаска, правильно, покрутись, покажи, что ты можешь, давай, детка, показывай, демонстрируй свои прелести. О, тельняшка успешно сбежала из питомника Бетти, это я! Ой, а это что такое? Это у них потом появится ребенок? Но я лучший игрок, это же просто прелесть, это просто великолепно, ну, согласись. Кайф. Я считаю, что на этой нотке надо завершать. Если вы играете в эту игру, то вот, приходите, смотрите, как Тильк стоит на подиуме. Когда-нибудь меня отсюда сместят, но пока стою, пока вы можете кайфануть и рядом со мной постоять, тоже сфотографироваться, типа вот. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте подписываться на канал, а я зайду в портал, хочу посмотреть, что там будет. А, там про малыша дальше следующая игра. Не забывайте подписываться на канал. Пока.